В Смоленской области объявили желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупредили о ветре, гололеде и тумане. Сложные погодные условия в пятницу 20 ноября привели к аварии на объездной автодороге Десногорска. Водитель отечественного автомобиля не справился с управлением на скользком участке. От наезда на бордюр машина перевернулась. В салоне находился только водитель. В результате аварии он не пострадал. ГИБДД особенно обращает внимание участников движения на соблюдение скоростного режима и использование ремней безопасности.